Все задают вопрос, ну вот, основная, так сказать, краткая выдержка из всех вопросов, которые задают, это как снимать и что снимать, да? Отвечая на вопрос, что снимать, я сразу хотел бы сказать, что хотите, то есть снимать, потому что, ну, только то, во что вы будете верить, да, только то, что вам будет интересно, будь то передача о путешествиях, передача о людях, передача о технологиях, о физике, вообще о чем угодно. В нашем случае это, ну, юмор, это то, как мы видим современные явления, современные события. Только вот в таком, да, в таком случае, если вам будет интересно, это будет интересно и другим. Это вот проверено, вот отвечаем. Хорошее слово. Да? А что он пишет? Он пишет, ага. Где купить мужские серые колготки? Это странно, что это Денис пишет, а не Усачев. Так, вот, на чем я остановился. Сейчас. Что важно? Важно это... Сейчас. Я соберусь с мыслями. Да, да. Спасибо. Это ответ на вопрос, что снимать. А есть еще вопрос основной, да, как снимать, как сделать так, чтобы это было нам интересно и посмотрели там тысячи людей. Снимайте регулярно, снимайте постоянно, не останавливайтесь, не делайте пилот. Это ужасное слово, пилот, я его очень не люблю, потому что надо делать не пилот, а первый выпуск, потом второй выпуск, потом третий. И как мы уже говорили, не читать плохие комментарии. Вернее, не особо их читать. Читать, принимать все как здоровую критику, как конструктивную критику, но ни в коем случае не принимать это близко очень к сердцу, потому что можно действительно подумать, что, ну, может быть, полное дерьмо делаю. Вот, поэтому делайте это регулярно, это важно, это реально важно. Делайте это постоянно, и только спустя какое-то время вы наберетесь опыта, вы поймете, что вы делаете что-то, ну, ну, то, что вы начинаете уметь делать. То есть вы, ну, все приходит с опытом, да, это же известно. Поэтому именно так мы начали. Мы начали вообще с... Это даже еще «Да что за шоу» было. Мы взяли камеру, сели на диван и на какую-то тему начали разговаривать вчетвером. Еще с гаджетологом, может, кто-то знает, что за шоу? Отлично. Спасибо. Вот, и мы просто начали разговаривать, что-то шутить, пытаться шутить. Вот, ну а дальше уже что за шоу, потом мне нравится. Теперь мы экспериментируем, ищем новые направления, делаем сейчас дедократию, делали Васю барабанщика. Вася Ударилова. Куда делся? Да. Я не буду следовать, да, Дегтяревым. Куда делся? Трудно сказать. Ну, просто отдыхает. Да, он же еще работает и все такое. Что бы еще рассказать? Что вас интересует? Давайте я лучше... Вы же сюда пришли, вы хотите что-то узнать, соответственно. Что вас интересует? Так, давайте, вот кто первый? Вот молодой человек, кепки. Все зависит от темы передачи, потому что если это туристическая передача, то она 40 минут может быть. А если это юмористическое что-то в интернете, то это должно быть минут 5. Я говорю про интернет. Или минуты 3, или минуты 2. Чтобы это было посмотрел, интересно, хотя хочется еще. Чтобы не было это, ну, так. Окей, долго, окей, что еще дальше там будет. Структура. Ты, наверное, про схему, да, про конструкцию, про саму. Есть какие-то вот основные, которые нужно знать всем. Ну, ты знаешь,
сейчас, делая, рассказать друзьям, может быть, кто-то в курсе? Да. Да. Мы делаем рассказать друзьям, и мы начали придерживаться конструкции, то есть вход, тема, мы озвучиваем тему, дальше у нас идет скетч, потом еще один скетч, потом повтор первого скетча, возврат, а потом у нас появляется Денис из «Что за шоу». Хотел узнать, цикл передачи, сколько она должна жить? То есть все равно же мы понимаем, что вечно она нас кучит, надоест, вот как «Что за шоу» было, да? Сколько живет передача? Ты знаешь, чтобы не получалось так, что да, объективно ее рейтинги начинают падать, лучше раньше немножко ее закончить, как у нас получилось, мне нравится. Мы ни в коем случае там рейтинги не падали, вроде мы следили постоянно за просмотрами, все, там было все ровно, там, да, постоянный такой подъем небольшой, но в какой-то момент мы поняли, что нас это загоняет немножко в рамки, то есть мы вынуждены обсуждать анкеты ВКонтакте. В принципе, мы делаем сейчас то же самое, только без рамок, без анкет ВКонтакте. Поэтому может жить и год, и полгода, в зависимости от твоих рамок. Если ты себя поставил в рамки, то она меньше живет, конечно. Если ты расширяешь границы своего творчества, то она может жить вечно. Йоу! Там мне нравится или расскажу друзьям, вы по-любому сначала пишите какой-то сценарий. Вы импровизируете после написания сценария? Ты знаешь, всегда живые сцены получаются круче. Конечно, мы импровизируем на съемочной площадке, если можно его так назвать. Мы пишем сначала сценарий, мы придумываем скетчи, там, подводки, да, к этим скетчам, но в итоге у нас может получиться совершенно другой скетч, и он будет смешнее. Понимаешь, да? Но в любом случае подготовка важна. Как кто-то сказал, не знаю кто, лучшая импровизация — это подготовленная импровизация. Понимаешь? Да, то есть, это не всегда хорошо сделать крутой экспромт. Это только профессионалы могут. Харламов, не знаю. Чем отличается интернет от телевидения? Тем, что на телевидении могут смаковать одну тему, одно явление очень долго, растягивать его на полгода, на год, потом повторять передачи. Этим они живут, этим они забивают эфиры, наши головы. А мы в интернете можем через несколько дней после события отреагировать на него и сделать шутку, скетч, просто рассказать об этом, рассказать это с острой стороны, как делает это Усачев. Вот. Соответственно, персонажи и образы, которые вы создаете, они, если они на основе события, на основе вот вашего зрения на это событие, на вашего ракурса, то они будут интересны. Okay. Надо что-нибудь сделать, потанцевать, попробовать вот раскрыться, раскрепоститься. Всегда есть что-то, что нас закрывает. И нужно это преодолевать постоянно в себе, пытаться, по крайней мере, преодолевать. То есть не волноваться — это ненормально. Все волнуются, все перед выходом на сцену волнуются. Даже Лев Лещенко и Джордж Майкл, они, я уверен, перед выходом чуть-чуть, волнуются. По крайней мере, Джордж Майкл точно, вот он. Да, да. Поэтому, когда ты вышел на сцену или встал перед камерой, чуть-чуть, до трех, раз, два, три. Посмотри на кого-нибудь. Или туда. И начинаем. Да. 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 И вот так молодого человека еще раз. Да, у меня, наверное, последний вопрос. Он довольно-таки серьезный. Существуют ли какие-то табу, когда вы снимаете ролики? То есть у меня часто встают преграды такие, когда говорят о политике, то есть что-то можно говорить, а возможно что-то нельзя. Смотри, да, я понял, в чем вопрос. Ты с друзьями обсуждаешь все темы на свете? Да, конечно. Все, вопрос исчерпан. Обсуждай все темы, пускай все для тебя будут в камере, все друзьями, обсуждай все темы.
Возможно, да, возможно, как есть, знаете, законы сцены, есть некоторые правила сцены. Например, выступая на сцене, нельзя там даже изображать, что ты бьешь девушку. То есть можно, но нежелательно. Или там, или кидаешься едой. Да, наверное. Но это ни в коем случае не распространяется на современный мир, потому что современный мир становится более гибким, более глобализация, она идет вперед большими шагами. Все нации, все страны, они становятся похожи. Похожи по менталитету, похожи по мировоззрению. Поэтому все зависит от внутреннего состояния политика. Да говори о политике, какая разница. Никто... Воспитание, как Юра говорил, все зависит от твоего воспитания. Да, как Юра говорил, от воспитания все зависит. Вот, собственно. Себе позволить. Понятно, но вот когда иногда видео не принимают, как была вот недавно ситуация такая, когда здесь хорошо, как бы. Я знаю эту ситуацию. Да. Я уверен, мое мнение, это он ляпнул случайно. Да, но... Они даже чуть-чуть, они не восприняли это так, как можете воспринять это вы. Я уверен. Потому что он даже не подумал об этом, о том, что он так думает. Я уверен, что, ну, серьезно, мое мнение, что он ляпнул, так, знаете, как в одном ролике, если вы смотрите «Усачев Тудей», смотрите? Помните, он показал «Фак Японии»? Это ж тоже, я уверен, что он так не относится к Японии. Я уверен, что он так случайно это сделал. Ляпнул, тоже ляпнул. Вот и все. Покажу вам в конце фриз. Вы же не против, чтобы я вам показал фриз? Нет.